Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Тубро, Васаби, Скромник. Как всегда, очень много классного настроения. Пацаны, поздоровайтесь. Всем. Сегодня у нас продолжение рубрики «Какой SCP самый крутой?». Мы остановились на SCP-1449 King. SCP Тюкшите, приятного аппетита, а мы будем делать обзорчик. И в конце в комментариях напишите, какой же вам SCP больше всех понравился. Так, пацаны, что он может? Он может стоять. Он может ходить. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И у нас уже 930 тысяч, осталось 70 тысяч до миллиона. Давайте нам поможем. Так, давайте проверим, как, что я пробел. Нет, Ctrl, R, F, G, Q. Так, дамаг проверяем. Подожди, сейчас попаду. Я сейчас попаду, я попаду, я смогу. Давай, бей. Да, наверное, надо вот так делать. Да, наносит. О, 70 жизней, да, сносит? Ой, леща прописал, это было сильно. Так, ну что, давайте, мочите меня. У меня, кстати, 1800 жизней. Блок ставлю, да? Я танцую. Мне нравится. Давай, еще чуть-чуть осталось. Отлично, отлично, вместе с этим выпал. Трупейшн. Так. Следующий у нас самый популярный SCP-173, потому что это очень крутой SCP-шка. Я забыл отключить ему этот, подождите. Игнорировать. Давайте выключить ИИ, он не сможет туда нас, наверное, это, да? Так. Оружие. Отлично. Так, теперь мы включаем, чтобы я мог дамажить. Так, что у нас статуя может? Она ничего не может, подождите, я, наверное, не отключил. Нет. А, вы когда смотрите, я не могу двигаться. Ну, отвернитесь. А, могу. Получается, можно делать полноценный режим. Только, походу, эта статуя не мочит. Давайте проверим, смогу я мочить вас или нет. Когда мы отвернем. Ого, куда я переместился? А это законно? Ого. Я вообще не понимаю, что произошло. Так, ладно. Давайте еще разок. NPC, давайте уже другую проверим. Так, мочит. Ну, очень странно как-то мочит. Такой. Стой, не двигайтесь, она сейчас убьет вас. Блин. Че она такая психованная? Давайте выключите ей лучше. Отлично. Так, чпонь, чпонь. У меня 4000 жизней. Я не могу ходить, когда вы на меня смотрите. Убил, убил. Вот это классно дамажит, мне нравится. Так, на расстоянии не могу. Ого. Вы чё, мы... Вы статуи завалили очень сильно. Так, прикольные статуи. Так, дальше у нас очень классный. Это ученый, я так понял. Очки от ученого, да? SCP-178. На картинке ученый я перепутал, да? Я не могу в них вселяться, кстати, в эти очки. О, я одел. А, я, получается, в этих очках вижу зомби, да? Монстров. Вы видите этих монстров? Вот стоит. Нет. А я вижу его. Очень классно. Похож на медведя. Я не могу в него вселиться, кстати. Он меня выбрал. Он меня не выбрал. Ой, он дамажит тебя. А как очки снять? Не, не работает. F. А ну замочите меня, пацаны. Вот ты молодец. Так, дайте поставлю без очков. Да, я его не вижу, кстати. Попробуй в него вселиться вот так вот. Я его не вижу, ну, ай, он меня бьет. Ладно, в него нельзя вселяться почему-то. Хорошо, SCP-303. А что случилось? Я тоже не могу в него вселиться. Давайте мы, чтобы он не дамажил нас. Еще раз ставлю его. SCP-173. Он сразу невидимый становится. Почему? Может, очки надо для него тоже у тебя специальные? Хорошо. SCP... А, я понял. Да. Вот я его вижу. Где он там? А че он такой быстрый? Еще раз. А куда... Что это? Что это такое? Что такое? А че с ним?
Эй, какой-то ненормальный сцепишка. Давайте, стойте, мы сделаем, чтобы он не телепортировался никуда. Ну, стой на месте. Кто ты такой? О, ого, я в... Ого, он быстрый. Офигеть. Я могу убивать? Стойте, давайте попробую убить вас. А, я знаю почему. Вот так давай сделаем. Ого, а что со мной? Я ничего не жму. Ого, наркомания какая-то. Ладно, удалю, потому что у меня крыша уже едет. Странные цепишки. Кто знает, напишите в комментах, потому что я вообще не знаю, что это было только что. Зубы. Зубы, что зубы эти делают? Ничего не делают. Хорошо, давайте будем рассматривать только интересное. Из цепи... 427. Дайте один. Я вселился. Чё? Ты где? Я в эту штуку вселился. Я, получается, в тебя, что ли? На тебя оделся? У меня много жизни. Я вижу. У меня очень много жизни. И ты дамажишь их, что ли, или чё? Ты... У тебя жизни растут, ты видишь? А, Гордон Фреймер. Что она даёт? Я не понимаю. Так, я его удалил. Блин, прикольно, можно одевать эту штуку, и у тебя бесконечные жизни. Хорошо, дальше. Из цепи 457. О, я в этом чили-пиздрике. Я могу вас сжечь. А ну иди сюда. Ого! Давайте еще помочу. Огонь от меня такой свет идет классный. Офигенный. Ты не играешь? Ого! А у меня жизни 1000, я бессмертный. А почему так, я не знаю. На тебе. Хорошо. Это было реально круто и прям классно сделали. Так, давайте опять игнорировать игроков. Нет, не игроков, но ИИ будем отключать, потому что они сразу убегают без вести. Чё-то такое. Ладно, непонятно. Из цепи 500 вообще. 513. Груз. Эй, Дак. Странно. Я не могу в него вселиться. Ну, смотрите. Чё будет? А чё с ним? Ты кто такой? Он на меня смотрит! Я могу в него вселиться? А, я понял, знаете, что у меня колокольчик? Он мне так смотрит? Так, ой-ой. Пусть они пока его боятся. Из цепи 650. 1000 жизней. Металлический, что ли? Я не знаю, кто это. Ого! А ну подойдите ко мне, могу ударить. А если вы отвернетесь, смогу двигаться? Блин, это просто какой-то... Манекен просто. Мочите меня. Так, из цепи 650. Вот, другой манекен. Почему они так этот не ходят? Мочите. Ой-ой-ой. Диппер этот растворился в воздухе. Так, оружка. NPC. SCP-682. Ого! Что это за динозавр? Это мертвая рептилия. Здравствуй, как он сейчас... Я тебя буду бить! А потому что ты застрял. На! Да офигенно я бью, мне нравится. Ого, у меня 420 тысяч жизней. Давай, добивай, осталось чуть-чуть. Отлично. Так, следующий у нас 714. Что это за кольцо? А, я знаю, что это от этого ученого. Чумного. Смотрите, кто я. Какой красавчик. Прикольно. Эй, иди сюда, я тебя ударю. Нана.
Да стой, стой, не убивай его сразу, да, я еще раз попробую. Ой, это не тот, это не тот. А у меня 2500 жизней, пробел R. Зато дамажит нормально, да? Наваливает прям лапами жестко. Хорошо, хорошо, жесткие пацаны. Гроб, 895. 3000 жизней, я ничего не делаю. Ого. SCP гроб, да? Странно придумали, но мне нравится. Продолжаем. Осталось чуть-чуть, пацаны. SCP 939. О, собачка. О, давай, иди сюда. Отлично. Мы, короче, на шлюпке ходить, тогда ты нас не видишь. Если на чем ходить? На шлюпке. Не, я вас вижу. Отлично. Это было. Хорошо, продолжаем. Собака работает только вот это. А SCP-939, может другой, вот этот вот? А ну попробуйте. На Shift, на Ctrl. Было бы да классно, если бы вы реально садились, я вас не... Ой, ты что? Бульбазавр, красавчик. Так, 900... А вот еще есть 939, стой, давай этого проверим. Все-таки есть надежда, что вдруг... Так, и последний с этого пилпака SCP-966. А чумной был в той серии. Воу, классный мутантус. У тебя жизни много, бульба, Заврус. А ну дайте кого-то ударю. А ну иди сюда, скромник. Да не бойся, иди. Это этот, как этот, Бессоник. На, сколько он дамажит? 20. Ой, какой-то вообще слабый. Пробел, R, Ctrl. Мочите меня. Ух ты. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!